Количество детских футбольных школ – это не инфляция. Росту данного показателя все обычно рады. В нашем регионе благодаря ему с каждым годом появляется все больше и больше ребятни, увлеченной игрой номер один. В минувшие выходные детская футбольная академия «Тюмень» провела среди малышей очередной турнир. В соревнованиях участвовало 4 детсада и 3 команды из Академии Тюмень. Возраст ребят от 5 до 7 лет. И оказалось, что воспитанникам детских учреждений вполне по силам оказать достойное сопротивление маленьким академикам. Мы уже участвуем второй год. Нам очень понравилось в том году. И в этом году тоже выставили команду. Мальчики доказали, что они умеют в футбол играть. И мы продолжаем заниматься. И как родители видят результаты, может быть, хотят отдать детишек уже в футбольные школы? Или... Да, у нас дети вот после таких вот мероприятий записываются в футбольные клубы. У нас вот из нашей команды 3 точно мальчика посещают футбольный клуб. Сборная детского учреждения под номером 158 по итогу заняла 4-е место, драматичным образом уступив соперникам из ДФА по пенальти. В финале турнира первой команде Академии Тюмень вызов бросили талантливые и активные ростки сада номер 172. Еще на предматчевой разминке нетрудно было разглядеть их серьезный настрой. Они неплохо держали мяч, а силой их ударов изумленные родители откровенно восхищались. Матч закончился победой команды детского сада 4-1. Хотя повод приуныть был. Один из ребят, как в настоящем взрослом футболе, получил травму. Но слезы лить не стал, а продолжил такой важный для его друзей матч. Еще перед матчем на тренировке было видно точность, слаженность команды. Видно, что она много тренировалась. Как вам это удалось и почему так? Ну, ребята, во-первых, уже второй год у меня занимаются. Они были в старшей группе сначала, сейчас подготовительное отделение. У нас 2 раза занятия проходит в садике и дополнительно в садике занимаемся в спорткомплексе «Империи» по субботам и воскресеньям. Ну вот в таком плане как-то делать. Ну, конечно, руководство очень садика нам помогает в этом плане. В своих турнирах участвуем, проводим свои внутренние эти. Ну и в то же время, кто нас приглашает, ну и сами организовываем. Ну и, естественно, в каждом году, после посещения каждого года, у нас происходит спартакиада «Малыш». Сначала центральный округ, ну а потом уже первых 3 занявших места уходят на город. В прошлом году мы 4-е место заняли, позапрошлым 2-е место на городе заняли. Организатор турнира «Футбольная академия Тюмень» открылась всего 2 года назад. Тем не менее, она уже располагает серьезной командой тренеров, большим количеством воспитанников и может похвастать определенными успехами. Тренировки проходят по методике, разработанной в Тюменском государственном университете. Наша основная задача детской академии – это подготовить ребят для продолжения работы в спортшколах футбольного клуба Тюмени и мини-футбольного клуба Тюмень, чтобы они туда подходили уже подготовленные. Собственно говоря, мы себя презентуем как интернат дошкольный спортивный под командой мастеров. Мы тренируем ребят с 3 до 7 лет уже, были до 6, сейчас до 7 включительно. Плюс у нас есть группы 2,5-3 годика, там девочки, специалисты работают с ними, то есть самых маленьких уже мы берем. Не стоит забывать и о родителях. Для них турнир был важен ничуть не в меньшей степени. Быть может, о больших футбольных перспективах детей говорить еще очень рано. Но повод лишний раз испытать гордость за своего ребенка или просто порадоваться его первым шагам в спорте никто не отменял. Занимается уже около года. И как пока что успехи вы добавили? Успехи есть. Голы забиваем, все делаем, все, что нужно. Так, а вы серьезно планируете отдать его в футбол, или это пока что просто детское увлечение? Ну, я думаю, мы серьезно будем отдавать его в футбол, уже подумаем об том, чтобы начать заниматься в нашем ФК Тюмени. Вот. То есть отличается, хвалят тренеры, да, ребенка? Конечно, да. Успехи делают хорошие, поэтому... Да, вот мы сейчас тоже заметили, что хороший гол забил. Расскажи, как у тебя получилось так классно забить вот сейчас с острого угла? Отличный гол получился. Не знаю. Ты старался? Ты специально там находился? Да. Молодец. Тренировался много. Нравится тебе заниматься футболом? Да. Отлично. Будешь футболистом настоящим? Да.